вот про это место я рассказывала, что где мы проходили, видите, щель вот эта. Заходили, и сюда надо было оттуда снизу подниматься. Видите, даже кто-то и сейчас там кричит. Там нет дороги, надо по камням сбираться. Видите, все пищат. Были туристы сегодня, Надя проводила. Сейчас уже 4 часа, мы еще не обедали. Сейчас едем обедать. Вон, смотрите, сколько машин приехало туристов. Надя, может, мы зря уезжаем? Смотри, сколько людей еще идут и идут. Поехали, все, же, Люба, поехали. Поехали. Зараз дійснене поїдемо. Добре. Вон еще сколько. А где там люди? Там их людей-то не видно, а машин сколько? Куда они ходят? В лес, может, придут гулять, чи шо? По лесу ходят. Да, да шо? Ты посмотри. Шо они? Они сегодня, наверное, грибы собирающие? Или это все на скеле приезжали? Я что-то не пойму никак. На скеле все на скеле. Все на скеле приезжали? Да. Смотрите, проехать нельзя. Едет одна за одной машина. Так, попрацювали. Идем теперь в кафешку. Скеля называется. Да, мы здесь когда-то уже были. С Витей, да, по-моему, еще были. Ох, как красиво здесь. Так, куда? Куда мы идем? Сюда вовнутрь? Чи будем сидеть там? Ну, давай, зробим замовлення, сходим в туалет, потом все остальное покажу. Тут даже в туалет не ходили. Вот это мы працювали. Короче, не суждено нам с Надей сегодня покушать до самого вечера. Придется до дому ехать, Надя, подокушать, да. А хотелось баночку, ну, такое всякое. Именно аутентичное, да? Хотелось бы. Но там, говорит, сейчас будет целая... В том скеле будет целая группа, как, поэтому ну, и будет долго ждать. Значит, мы идем вот в ватру. Ватру. Цены. Шашлык со свинины 100 грамм. 100 гривен. Бограч есть 150 гривен. Форель 90 гривен. Борщ украинский 80, горшек с налистниками 90 гривен тоже. Пануш. Пануш есть 70 гривен. Бануш со шварками и брынзами. Бануш грибы, бануш мед. Боже, сколько у них видов есть бануш. Сделали заказ, есть и бограч, и бануш, короче. От голодом что только не заказали. Я потом покажу. Здесь, смотрите, какое зеркало. Люба. А тут ножки. Ножки. Крючочки. Так, это мыло. Это... Так, руки сейчас помою. И умывальник второй. Дети, можете ковшиком поливать. Та не нервується, я що зроблю? Я мушила каву принести. Бо нині такий день. Ніхто не зробить. Людей повно у всіх. Не успіває, аж бігає. Бідне. Даже помилі гоняє. Надя себе чинахи заказала, это такая картошечка такая. Ну, то таке, ну, як і перше, щось середнє. Там і м'ясо, і фасоль, кабач, там. А і фасоль, а, точно, і таке, фасоль таке, там є, да-да-да. І м'ясо, і картопля, і все таке. Угу. А у мене бануш. О, бануш, по-моєму. Кукурудзинка. Кукурудзинка. Ой, що-то немножко жирновато. Или просто, а, это, наверное, все вместе. Если вот так вот зарубить, то не будет такая же. Это со шкварками, сейчас покажу вам. Шкварки и брынза. Ай, бануш, бануш. Хотя у меня бограч должен быть. Надо подождать, сейчас может, бограч. Давай есть, так, я уже голову. Так, а я что, не? Сейчас
Мы такие голодные, мы бы сейчас слона съели, да, Надя? За целый день, да. А еще нам узвар привезли, это из сухофруктов, компоты. Ой, самое вкусное. О, а мне бограч принесли мой. О, бачите, сколько мяса, мяса. А який? Бограч, он же как суп должен быть такой. Из нескольких видов мяса должно быть бограча. От жадности нагребли, а я банаша наелась, уже даже не знаю, как я вот это, а я еще дерну заказала. А ты вареники заказала, да, еще? Угу. Что ты там еще заказала? Вечеринка. А, только вареники еще? Ой, горький у меня. Все течет. Такой горячий, горький. Автобус приехал, да? На вечер еще автобус приехал сюда. В ресторанчик. Угу. Деньги. Семьями идут. Посмотрите, сколько дернов принесли. Боже мой. Я такие обычные взяла. Хорошо, что я взяла. А посмотри, какой толщины они. Ну, батушек с мясом там. Сейчас Надя еще вареники принесу. Нам уже все наелись. Гигантские деруны, Надя говорит. Но оно внутри, оказывается, творог есть внутри. Начинка есть. Не-не, я уже нихуя, я уже у меня залишилась. Треба дать дата, но я не буду, я с собой возьму, смотри. Ой, кошмар. Дадим попробовать Вите. Хоть попробуй. Дома не маю ковина лепеть. Да-да-да. Ничего, это с картоплей, да? Вроде, а может, мне не знаешь, чем она, да. Обещаю. Так, как у меня. У меня просто было со дерны со сметаной должны были быть. А это шось они с творогом оказались. Угу. Да. А, у меня с мясом должны были быть. Точно. А их не с мясом. Вот, сейчас мы ей напомним. Не-не, она просто видно. Попутала она. У меня, да. Дерны у меня должны были быть с мясом. А оказались с творогом. А что мне так богательно мне дали баранку? Ну так у них порция такая богательная. Матинка Божья. Не, я тебе ничем не поможу, Надя. Поешь, с голоду ты набрали, знаешь, сколько. Не, вот не съесть. А теперь, да, не можем не съесть. Колыбу покажу. Там, где огонь горит. Видите? Мы на улице сидели. Просто, а здесь можно приходить. Снимать, видите как? Тут огонь. Можно погреться. Там столы вон собирают. Ага, тут красиво. Но мы на улице свежим воздухом подышали. Целый день дышали и еще пришли. Сними, чтобы дорогу. Я вижу, что такой красивый вид туда на спуск такой. После такого сытного обеда мы решили еще по дороге заехать на водопад. Ну, такой невеликий, маленький водоспад. Вот это, кстати, не было. Я таких сходов еще не бачила. Надія Івановна, это, наверное, вы таки зробили, так? Постарались. Ага, даже мы с Таней приезжали. Раньше мы туда вниз спускались. А что, не можно сейчас спускаться? Можно? Ой, какая красота. О, водопады здесь шумят. Ой, а так сделали высоко над землей.
А? Це лишнє все. Да-да-да, мне кажется, это когда было без, без этого да, всего, да, было да, красивее. Да. Мы вниз там спускались, помнишь, какие были виды красивые? До воды доступны. Да-да-да. Можно зайти, но это уже как-то не то. Да. Да.